Нил, расскажите, пожалуйста, еще раз, последний. И будьте любезны, точнее, в своих показаниях, откуда взялся прилавок в лесу, в каком это было, наверное, в лесу, в Лосиноостровском или еще каком. И, конечно же, откуда взялся на прилавке в лесу сыр? Все очень просто. Смотрите, значит, коров, которых гномы били ногами, у них стало молоко слишком жирное. До такой степени, что просто превратилось в сыр. И в то время, когда они даже были доить, капать должно было молоко, не получалось ничего, застревало в выме. Соответственно, что? Они разрезали в выме и получили сыр. Вот и все. В лесу? Так получилось. На прилавке? Ну, просто шишки растут возле леса. Шишки растут возле леса. А шишки здесь при чем? Какие шишки? Канабийские шишки, они росли в лесу. И, соответственно, там... А вы сегодня под чем, кстати? Я под крышей. Я под коньяком. Я над коньяком. Вы знаете, давайте все-таки нашим зрителям, наверное, покажем, кроме вашего прекрасного лица, это замечательный, просто прекрасный напиток, да? Старый Кёнигсбергас. Что? Кёнигсбергас. А вы считаете, то есть это достаточно... Достаточно правильно, да? Вы подумали, что я считаю это достаточно неправильно? Ну, я не знаю, как вы считаете. Это же вы считаете. Абсолютно аналогично. Давайте остановимся там, где вы остановились. Давайте остановимся. Вы остановились на Тушинском заводе? Вы там работаете? Не знаю, вам виднее, вы там остановились. На Тушинском заводе? На Тушинском заводе. Правой рукой или... Правой рукой левой ноги. Правой рукой левой ноги рефрижератор. Все очень просто. Я, кстати, ты знаешь, что такое рефрижератор? Вы знаете, что такое правая рука левой ноги? Ну, правая рука левой ноги, это понятно. Ну, мне кажется, сообразительно. Камера, не обращай внимания. Вот. На самом деле, слышишь? Правая рука левой ноги. До этого Кирилл просто съел... Кирилл съел триплекс, понимаете? Он съел триплекс. Да. У него появился мандипул, вскочил на языке. Он сказал, нахуй мне все это нужно. А я ему сказал, Кирилл, я не знаю, честно. Не, подожди, с мандипулом все понятно. С мандипулом, да, но когда флег был у медузы, все подумают, что откуда-то. Вроде была жидкость, слизь, сморкался, и медузу высморкал. Нет, я бы хотел единственное сказать. Серьезно, собирали картоху, пацаны на огороде, сморкались и высморкали медузу. Она жалила, серьезно. Вся картоха была фиолетовая. Фиолетовая картоха. Эти люди учатся в Тюменской академии, собираются стать кем? Собирались стать зоотехниками. А самое интересное, вы заметили, что Даниил сказал, собирались. А сейчас не собираетесь? Я очень даже собираюсь. Я взял вещи и пошел туда, непосредственно в зоотехнику. Куда? Я говорю, возьмите в зоотехнике. Они говорят, вы знаете, вы не сдали некоторые предметы, вы плохо сдали органическую химию, спрашивается, да? Казалось бы, зачем? Но нужна, говорят, математику. Я, конечно, в ней очень шарю и люблю математику, но, говорят, математику не сдали на 5. Ну, собственно, какой из вас зоотехник? Математика, органическая химия, физкультура, строительная? Не, ребят. Даня, а кем ты будешь? Сварщикообразным, лифтообразным, шиферно-этическим, сиферотропно-калластрофическим, ретроформаторно-образным, сиферо-этикетным, станционным крафером. Ну, что могу сказать? Я, конечно, это не повторю. Нет, действительно, я это не повторю, но мне бы хотелось сказать, что... давайте рекламу, да? То есть реклама такая. Старый Кёнигсберг, скажи хуйню прямо в камеру. Специально для вас и вашего мнения. Если вы хотите нецелесообразно извить ваше мнение прямо на камеру, позвоните нам 8-499-709-8232. Подмышка 4-2. Подмышка, банан и два раза посвистите свисток вверх. Если вы два раза посвистите свисток вверх, я сразу вас узнаю изблизи. Даня, не могли бы вы рассказать о себе? Могли бы. Все? Нет, Даниил, вы вот, насколько я знаю, снимаете замечательную передачу, точнее, даже, наверное... нельзя назвать ситком, да? Это, не наверное... сколько ситком, сколько передачи, вы правильно сказали. Я передачи, передаю, да? Передаю, да. Кто заболел, тот передал.
Нет, вы снимаете для канала вашего в Ютубе «Оба подвоя», он называется? Да, несколько по... Сколько? Что? Несколько подвоя, да? Несколько подвоя. Несколько ваших видео вызвали действительно фурор. Фурор. Действительно, да. Фурор. Мне даже фура перевернулась одна с Молдавии, с Петрушкой ехала. И весь бюджет Молдавии накрыла. Но был случай, был, да. И? Ну, хотелось бы пожелать вашему каналу развития от лица... группа компаний ООК «Холдинг», от лица генерального директора «Кашкара» Дмитрия Владимировича, который является совладельцем вместе со мной, программным директором канала «Акаворлд». Мир аквариумистики, программа «Мир аквариумистики». Привет, аквариумист. Я за рыбок всегда был. Вот. Это один из представителей знаете, что вам скажу? Тимирязевской академии, которые, наверное, наше будущее. Наверное, хотелось бы возложить на них задачу по разведению рыб, по выращиванию каких-то растений, по питанию, да. Эти замечательные ребята составляют графики питания. Эти замечательные ребята делают очень много позитивных вещей. Да, они пьют коньяк, к сожалению. А знаете, я вам что скажу? Хотите пожелать?